Всем привет! Сегодня мы с вами свяжем вот таких прикольных цыплят. Для работы я буду использовать дешевый акрил. Глазки свяжу из хлопка. Крючок буду использовать номер 3. Итак, размером они получились приблизительно 9,5 сантиметра в высоту. И также они могут вот так стоять. Отличный декор, хорошая игрушка для ребенка, такие веселенькие. Ну, давайте начнем вязать. Вяжем крылья, берем желтый цвет пряжи. Делаем перекрут, формируем узелок, затягиваем его, провязываем 2 воздушные петельки. Во вторую петлю от крючка вяжем 3 столбика без накида. Сюда же вяжем столбик с одним накидом, накид на крючок, через 2 петельки, еще через 2. И сюда же, в эту же петельку, вяжем 2 столбика без накида. Раз, два. Теперь вяжем следующий ряд. Столбик без накида провязываем. В следующую петельку 3 столбика без накида. Три. Далее провязываем столбик без накида. И сюда в уголочек теперь мы вяжем такую комбинацию: столбик без накида, столбик с одним накидом, и столбик без накида. И все это провязываем в одну петельку. Тем самым у нас формируется вот такой уголочек. Следующую мы вяжем столбик без накида. И далее 3 столбика без накида в одну петелечку. Теперь обрезаем ниточку. Провязываем воздушную петельку для фиксации. И вот такое крылышко у нас получается. Вяжем такое же второе. Вяжем тело этим же цветом. Делаем кольцо амигуруми. Закрепляющая петелька. В кольцо вяжем 6 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Затягиваем колечко. Вяжем второй ряд с прибавками. В каждую петельку вяжем по 2 столбика. Раз, два, три,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 столбиков без накида получаем во втором ряду. Ставим маркер. Вяжем следующий ряд по схеме. Столбик без накида. Следующую петельку прибавка, то есть провязываем 2, и так повторяем до конца ряда. Столбик без накида, прибавка. В конце ряда получаем 18 столбиков без накида. Давайте довяжем до конца. Вяжем четвертый ряд, провязываем теперь 2 столбика без накида. Потом делаем прибавку. Давайте провяжем до конца самостоятельно. В конце мы получим 24 столбика без накида. Пятый ряд мы вяжем без прибавок, столбик в столбик. То есть также у нас остается 24 столбика без накида. То есть просто вяжем столбик в столбик. Давайте довяжем. Вяжем шестой ряд по схеме. 3 столбика без накида. Три прибавка. Повторяем до конца ряда и получаем 30 столбиков без накида. Седьмой ряд мы вяжем столбик в столбик, то есть 30 столбиков без накида получаем в конце ряда. И давайте сами провяжем. Восьмой ряд вяжем по схеме. 4 столбика без накида. Прибавка. Провязываем. Повторяю до конца ряда, и получается у нас 36 столбиков без накида. Девятый ряд вяжем столбик в столбик, 36 столбиков без накида. Провязываем десятый ряд, делаем уже 5 столбиков без накида. 3, 4, 5. И вяжем прибавку. В конце ряда получается 42 столбика без накида. Одиннадцатый ряд вяжем без прибавок, то есть 42 столбика без накида у нас так и остается. Вяжем столбик в столбик. В 12 ряду ввязываем крылья, провязываем 10 столбиков без накида. Я их уже провязала, и теперь я вам покажу, как ввязывать крыло. Крыло прикладываем вот таким образом, то есть изнаночной стороной к себе. Ввязывать мы будем за 4 петельки, то есть вот эти 1, 2, 3 и одну вот здесь. Эту воздушную закрепляющую мы пропускаем. То есть вот первое. Я ввожу крючок за обе стенки. И за обе стенки тела. И провязываю столбик без накида. В следующую петельку
столбик без накида вот в эту третью, также провязываем столбик без накида, и теперь просто вот эту воздушную закрепляющую мы пропускаем, и вот захватываем последнюю петельку и таким образом провязываем. Вот так у нас получилось крылышко ввязалось. Теперь вот эту ниточку можем сюда достать и как раз ее ввязать. А вот эту мы потом заправим, спрячем и обрежем. Итак, дальше мы вяжем 14 столбиков без накида. И я буду ввязывать вот эту ниточку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12, 13, 14. Далее прикладываем второе крылышко таким же образом. Так, вот раз, два, три, четыре. Всовываем крючок. Продеваем сюда. Раз, два, три, вот это последняя четвертая. Четыре. Эту ниточку ввязываем. У нас остается 10 столбиков без накида. Теперь вяжем следующий ряд с убавками. Провязываем 5 столбиков без накида, 3, 4, 5. Далее делаем убавку. Я делаю незаметные убавки, то есть я захватываю переднюю стеночку одной петли, переднюю стеночку следующей петли, продеваю ниточку. Две петельки на крючке, я их провязываю вместе. Вот такая незаметная убавка. Дальше повторяем до конца ряда, и у нас получается 36 столбиков без накида. Далее мы вяжем столбик в столбик 5 рядов. То есть у нас получается 5 рядов по 36 столбиков без накида. Давайте сами провяжем. Итак, мы провязали 5 рядов по 36 столбиков без накида. Вяжем теперь ряд, в котором будем ввязывать лапки. Я уже начала вязание этого ряда. Я провязала 14 столбиков без накида. Нам нужно провязать 15 столбиков без накида со сменой цвета. Сейчас я вам покажу, как я буду это делать. Вот как раз 15 столбик я провязываю, то есть я провязываю его не до конца. У меня 2 петельки на крючке, и я вывязываю красную ниточку. Эту ниточку подтягиваю. Все, я поменяла цвет. Далее я вяжу красным цветом столбик
без накида. И теперь вывязываю пальчики. Набираю 4 воздушные петельки. 4. Со второй петли от крючка провязываю соединительные столбики. Раз. Два. Три соединительных столбика получается. Делаю еще один соединительный столбик вот сюда, эту петельку. Вот такой пальчик у нас получился. Набираю теперь 5 воздушных петелек. Сейчас чуть-чуть вот так подтяну. Раз, два, три, четыре, пять. Также со второй петли от крючка делаю соединительные столбики. Здесь у нас, соответственно, получается 4 соединительных столбика. Два. 3 и 4. Ну, такой средний пальчик побольше у нас будет. Сюда делаем опять-таки соединительный столбик. Далее опять набираем 4 воздушные петельки. Также провязываем соединительные столбики. Опять их получается 3 столбика, как в первом пальчике. И соединительные сюда. Вот такая лапка у нас получается. Меняем цвет у нас. Получается я вот эту ниточку беру желтую опять. И здесь провязываем столбики без накида. Раз. Два. Три. 4, 4. И в пятом столбике, 1, 2, 3, 4, в пятом столбике меняю цвет ниточки на красный опять. Следующий столбик у нас красной ниточкой. И вяжем теперь лапку точно так же. Довязали вторую лапку, перешли опять на желтый цвет и довязываем до конца ряда. Вот эту ниточку, которая осталась в лапке, так натягиваем и сюда прячем. Вяжем следующий ряд. Вяжем столбик без накида, далее делаем убавочку, далее опять столбик без накида, убавочку, и так давайте провяжем до лапки. Дошли до лапки, и здесь так захватываем петелечку вот эту. Провязываем столбик без накида, следующую петельку, еще один столбик, и где у нас третий пальчик, также захватываем
далее провязываем столбики без накида в эти петелечки. Так. И где лапка, опять так же вяжем столбик без накида. Далее убавка. И дальше так вяжем до конца ряда уже с убавками. Столбик без накида и убавка. Следующий ряд уже полностью мы провязываем с убавками, чередуя, то есть вяжем столбик без накида, далее делаем убавку, столбик без накида, убавка, и так здесь делаем, где лапки, по всему ряду. Наполнили тельце синтепоном или холофайбером. Теперь вяжем одни убавки. То есть провязываем убавку. Следующая у нас тоже убавка. И так до конца ряда. Ну и закрываем вязание. Закрыли вязание. И вот такое тельце цыпленка у нас получилось. Вяжем глазки. Я буду использовать вот такие ниточки. Это хлопок. Делаю кольцо амигуруми. Закрепляющая петелька. Кольцо провязываю 6 столбиков без накида. Раз. 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваю колечко, вяжу второй ряд с прибавками, каждую петельку провязываю по 2 столбика без накида. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 столбиков у нас получается в конце ряда. Теперь обрезаем ниточку. В зависимости от того, будете ли вы пришивать или приклеивать глазки. Если пришивать, оставляйте, естественно, хвостик подлиннее. Я буду глазки приклеивать, поэтому вот так обрежу. Теперь ниточку достаем и смотрите, вот этот переход давайте уберем, чтобы у нас получился идеальный кружок. Как мы это делаем? Мы ниточку выводим к себе, заходим за переднюю стенку второй петли предыдущего ряда, ну первая, вот вторая, и ниточку вытягиваем к себе. Теперь захватываем заднюю стенку последней петельки и выводим нитку от себя на изнаночную сторону. И вот так затягиваем. И вот такой ровный кружочек у нас получается. Давайте свяжем клювик. Это очень просто. Делаем кольцо амигуруми, закрепляющая петелька,
колечко провязываем 4 столбика без накида. Раз, два, три, четыре. Затягиваем. Вяжем второй и третий ряд одинаково, по 4 столбика без накида. Раз, два, три. Так, я выворачиваю. И 4. Последний ряд. Раз. Три, четыре. Обрезаю ниточку. Если будете пришивать, хвостик подлиннее оставляйте. Вытягиваю ниточку. Еще сделаю соединительный столбик. Вот такой клювик у нас получается. Ниточку от кольца амигуруми заправлю сюда вовнутрь. Черные полубусины у меня в роли зрачков. Я их буду приклеивать не посередине, а к краю. Вот таким образом. И делаю примерку, а потом приклеиваю. Здесь у меня будут располагаться глазки. Клювик. Я приклеила детали. Глазки я приклеила сразу после пятого ряда. Раз, два, три, четыре, пять. Вот сюда. Пора сделать прикольную прическу. Я нарезала желтую нить. И теперь вот сюда сверху кольцо амигуруми продеваю крючок, захватываю ниточку так посередине, продеваю ее и делаю узелочек, затягиваю. Таким образом я закрепила 5 ниточек. И вот такая прикольная прическа получилась. Можно, конечно, подровнять, как я сделала вот здесь. Но, пожалуй, у этого цыпленка я оставлю так. Вот такие веселые ребята у меня получились. Если они вам понравились, поставьте лайк. Я с вами прощаюсь. Пока-пока!